Приветствую вас. Да, конечно, может злить мужчину женский флирт, особенно если он происходит естественно, то есть как вы пишете, что вас влекло к мужчине, и, соответственно, вы вели себя не то что вызывающе, но явно на подсознательном уровне дразнили охотничий инстинкт мужчины, и он чувствовал, что между вами вспыхнула какая-то химия, какое-то притяжение, может быть, но из-за правил этикета, из-за норм этикета, из-за того, что вы не были знакомы, и правила общения, правила современного общества, если угодно, не позволяют действовать так, как вам тогда хотелось, то есть хотелось и вам, как я понял, и вообще говоря, хотелось мужчине. Так вот, это вызывало у него не что иное, как чувство фрустрации, чувство неудовлетворения, что, по сути, и привело к такой вот агрессии и злости. Другое дело, что вы не очень понятно пишете о том, что вообще, говоря, спровоцировало мужскую злость и агрессию. То есть вот вы пишете, да, что он был злой и агрессивный, но когда он стал злым и агрессивным? До того, как еще с вами общение у него началось, или после, или во время, когда у него злость начала проявляться? Если до встречи с вами, то здесь, скорее всего, вашей вины и ответственности нет. Вполне вероятно, что мужчина еще до того, как с вами встретился, уже был объектом неких негативных влияний со стороны, что и привело к тому, что он чувствовал себя взвинченным и агрессивным. Если же его состояние ухудшилось, скажем так, во время вашего уже разговора непосредственного, тогда, да, на него так повлияли вы. Но в целом ответить на ваш вопрос можно именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.